матча Мешков-Бреста из Китая. На ней присутствуют главные тренеры Эдуард Александрович Кокшаров, Олег Евгеньевич Арейко и игроки Максим Баранов и Ма Хэ. Прошу вас, слово предоставляется главному тренеру наших гостей, Олег Евгеньевич. Ну, мне особо говорить нечего, конечно. Наш уровень отличается очень сильно, поэтому для нас, я думаю, что единственное, что хорошее, то, что игроки наши молодые увидели настоящую профессиональную команду, попробовали с ним сыграть, увидели их настоящий уровень. Надеюсь, это они запомнят и в дальнейшем будут стремиться к такому же уровню. Спасибо. Эдуард Александрович, пожалуйста, ваше слово. Ну, то же самое мы, в принципе, представляли силой китайской команды. В любом случае, я не устану повторять, что у нас свои цели и задачи, да, у нас есть проблемы с определенными связками, которые нужно наигрывать. То есть есть моменты, где мы можем потренировать, например, различные системы защиты, как мы сделали сегодня. То есть начали с 5-1, потом перестроились на 6-0. Поэтому мы занимаемся своим делом. И единственное, что как бы в таких играх, я уже говорил и команде говорил, и сейчас повторяю, самая большая проблема то, что нужно держать концентрацию от начала до конца, чтобы не было таких эпизодов, как сегодня случилось, минус два игрока у нас с какими-то глупыми травмами. То есть нужно концентрированно как бы играть, и чуть-чуть по-другому, скажем так, исполнять свои задачи. Я надеюсь, что команда Китая только в начале своего становления, я думаю, что у них все впереди. Ребята посмотрят, поиграют, и я думаю, что наберутся опыта, и думаю, что к концу сезона будет уже совершенно другая команда. Спасибо. Прошу, Макэ. Конечно, можешь сказать пару слов про матч? О матче? Это整场比赛一个月简单的说的。这个比赛就是我们这次过来收获非常多吧，这次比赛，然后可以看到我们跟这种顶尖的实力的差距，然后我们有更多的时候可以去学习、去模仿，然后加强我们的各种技术。 Что у нас такой топовый уровень команды, что играет, но что мы знаем, что большая разница. И через это матч игры и получить опытом, и дальше как тренироваться, и хотя бы похоже копии, как это место играть и для себя потом стать лучше. Спасибо. Максим, пожалуйста. Ну, тяжело что-то говорить. Тут правильно Эдуард Александрович сказал, мы преследуем свои цели, отрабатываем, оттачиваем мастерство и растем. Поэтому АИС Китаю желаю роста, а нам более четкого выполнения в нашей работе. Спасибо, пресс-конференция окончена.